Золотые наручники. Век глобализации несет еще одну особенность. Это повышение уровня жизни. Многие стали хорошо зарабатывать, и уже им хочется отдыхать, хочется иметь хорошую машину, хочется иметь хорошую внешность. Уже не хочется быть в постоянном токсикозе и чтобы вены на твоих ногах торчали во все стороны. Другие же, находясь в этих золотых наручниках, не могут тянуть тот образ жизни, который соответствует высоким стандартам. Они не могут обеспечить себе этот высокий уровень жизни и начинают сокращать количество детей. Не потому, что прокормить не могут. Еды очень много. С голоду никто не умрет. А потому, что детям уже нужен новый iPhone. Нужно не отличаться от детей в церкви. У тебя должна быть хорошая машина, а не какой-нибудь драндулет. И эти золотые наручники диктуют то, что людям приходится больше работать и сокращать количество детей. Людям хочется лучше выглядеть. Людям хочется самореализовываться. Как с этим будет справляться МСЦ и ХБ? Это большой вопрос.